Крылышки мы намазали с одной стороны клеем и начинаем его приклеивать. Приклеиваем в разные стороны, чтобы у нас бабочка, ой, божья коровка как будто летела. Вот. Теперь другое крылышко намазываем клеем и также его приклеиваем в другую сторону, чтобы было видно, что наша божья коровка летит. Вот крылышки у нас получились вот такие веселенькие, хорошенькие крылышки. Красный цвет бумаги должен быть двухсторонний, чтобы крылышки наши были с двух сторон красненькие. Сделали. Теперь приклеиваем наши точечки божьей коровки. У нас будет немного. Сколько у нас тут получится? По две точечки. Так. И с другой стороны. Раз. И два. Готово. И теперь у нас не хватает у нашей божьей коровки глазок. Берем глазки белого цвета и приклеим к божьей коровке. Вот такая веселая божья коровка у нас получилась. Можно сделать фломастером черным, сделать ей лапки. Но это уже по желанию. Кто хочет, может приделать лапки. Можно сделать усики, хотя усиков у божьей коровки не бывает. Вот такая веселая божья коровка у нас получилась. Пробуйте вместе с родителями.